И всем привет, мои дорогие геймеры. С вами снова я, Демин Богдан, или по-другому Зефирка. Но сегодня, как вы видите, игра Brawl Stars почти 2 кубка, 9 тысяч кубков. И Кольт. Навер на 19 ранге. Мне я не в среды уграбления. Вот тут немножко остается и закончится карта. Во, смотрите. Знаете, почему я закрыта? Закрыта. Потому что у меня на нем есть гаджет. А если есть гаджет, то можно ломать стенки. Короче, сейчас все увидеть. Видите. Апнин. Так. И если честно, у меня уже на тот мегаящик даже надежд нету, что мне оттуда что-то выпадет. Потому что вы не представляете, как долго... Потому что мне последний, кто выпадал, это был Спраут. Это было очень давно. Вы это понимаете? Видите? Мы победили. У нашего процента... у нашего сейфа 1% остался. Так. Подождите. Скриншот. Делай фоточку. Все. Надеюсь, что мне хоть что-то выпадет. Охолай, боец, выпадай. Ну и что я и говорил, ничего не выпадет. Как видите. Что такое, я не пойму, что я проиграл. Слушать, не пойму, давайте заморочиться попробуем, Попробуем только. А то ведет что? 2 минутки. Не. Опа, мы ломаем уже их не сейф. Опа, Америка, Европа, Азия, Китай. Ты выбирай. Кого хочешь, выбирай вообще-то. Все, башка, мы за Мортиса. Башка, я сейчас играл за Мортиса плюс 8 кубков. Вот так, так что... Вот так, на этом мы будем, наверное, уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!